16 година, інформаційний день на Белсаті. Починаємо коротким оглядом новинок. Я Юлія Лобанова, вітаю. Коли Литва спинить транзит белорусских угнаєнняў про свою територію, Беларусь зробить заходи у отказ, заявил Александр Лукашенко и загадал проконтролювати ситуацію прем'єр-міністру Роману Галоўчынку. Какие конкретно заходы относно Литвы мае зрабіць Беларусь, не удакладняют. Мы готовы к тому, чтобы договариваться, но если они и дальше будут нас давить, значит, мы задействуем тот план, который у нас есть. Пусть потом не обижаются, а народ Литвы, Польши там и других государств должны понимать, что мы просто отвечаем на эти вызовы. Транзит белорусского калію Литва спыняе завтра, 1 лютого. Згодна с домовою помеж литовской чыгункой Беларусь калием, апошний груз заедет на литовскую территорию сегодня, каля 19 годины, каб до полночи поспеть трапить у порт Клайпеды. До сюль про территорию Литвы, что день проходили 6-7 складов по 60 вагонов у кожным. Разом приблизно 5000 тонн угнаенняў. Новый посол России в Беларуси Борис Грызлоу прибыл у Минск и вручил копии доверчих листов министру замежных справов Владимиру Макею. Макей повиншовал Грызлова с початком дипломатичной миссии, где выказал спадзяванні, что новый амбассадор будет активно працевать на умацаванне стосунков помеж Минском и Москвою. Грызлоу заменил Яугена Лукьянова, який отпрацевал на посаде керовника российской дипломатичной миссии у Минску менее за год. За пошние 2,5 года Грызлоу четвертый посол России у Беларуси. Некоторый час он будет совмещать працу у посольстве и у трехбаковой контактовой группе для урегулирования ситуации в Украине. Палецзневоленная Наталья Херша обвестила голодование. Яна скардзіцца на умову утрымання у Могилевской тюрьме, якая, для яе, больш подобная до катаванню. Про гэта она распавіла своему брату Геннадию. Это уже третья голодовка Натальи. Теперь она наркая на якость ежи. У рационе нема ни гороху, ни рису. А за захование набыты у туренной краме ежи Натальи дали вымову. Яна была схвалевана тем, что супраць яе пачалі такое катаванне фізіялагічнае, ну, фізічнае, можна так сказаць, зранку прошлага дня, то бок з п'ятніцы, з 6 гадзінаў до 22 да моманту адбою, у яе камеры радыёкропка была ўключана на поўную гучнасць. При пераводе с гомельской колонии в Могилевскую турму у Натальи зникли дзённик и теплые боты. При этом у камеры вельми холодно. Администрация турмы не дозволяет женщине набыть нават сшитка. Грамадзянка Беларусі і Швейцарыі Наталя Херша адбывае пакаранне 2,5 года пазбаўлення волі за сарваную сілавіка балаклаву. У той же час Швейцарыя збіраецца накіраваць свайго амбасадара ў Беларусь. Крыстына Гонегер-Залатухін гатовы ўручыць давершыя граматы Александру Лукашэнку. Швейцарская МЗС бачыць у гэтым магчымасць дапамагчы Наталі Херша. Гэтае рашэнне ўжо раскрытыкавалі Святлана Ціхановская і Павел Латушка. Самой раніцай беларусы стаяць у вялізных чэргах у паліклінікі. Усім сімптомамі каранавіруса да тэрапеўта паведамляюць нашы гледачы. Каб трапіць да лекара, людзям даводзіцца чакаць у чарзе прынамсі 2-3 гадзіны. Ні пра якую сацыяльную дыстанцыю ў такіх чэргах не можа быць гаворкі. Сёння першы рабочы дзень пасля выхадных, і на фоне павелічэння заболеваемасці острыми респираторно-вирусными заболеваниями и коронавирусом штаммом омикрон, к открытию наших поликлиник в красной зоне обратилось достаточно большое количество людей. Обращение пациентов связано с несколькими моментами. Первое – это, естественно, наличие жалоб. И второе – это желание граждан просто сдать тест. Напередодні Міністерства аховы здоров'я подало рекордную лічбу захворелых на COVID – 2387 особу за сотні. У ведомстве предугледзели высокую нагрузку на поликлиники и притягнули до працы у якости волонтеров до работников кол-центров, студентов медуниверситетов и навушенцев медколледжу. На сегодня большинство пациентов хворее у хатніх умовах. У Беларусі застаюцца каля 1500 мігрантаў, якія разлічваюць трапіць у Еўразвяз. Больш за 600 з іх у логістычным цэнтры ў Брузгах. Такія звесткі падае Федэральнае міністэрства замежных справаў Нямеччыны са спасылкаю на міжнародную арганізацыю міграцыі. Летась Украины Евразвязу проз Беларусь прибыли не меньше за 20 тысяч нелегальных мигрантов. Больше как 11 тысяч из них нелегально трапили у Немеччину. Тем часом ситуация на белорусско-польской межи по-ранейшему застается складаную. Только за минулые сотни польские помежники передухилили 30 спробов нелегального перехода с Беларуси у Польшу, громадянов Турции, Сирии, Ираку и Шри-Ланки. Восьмеро громадянов Ираку прорвали огороджу и перешли на польский бок, где были затриманы польскими помежниками. Теперь Польша будуе барьер на 4 участках межи с Беларусью. До встречи про сгодину.